Девочка, ну ты пытался? Что я тебе могу сказать? Короче, Костя, ты на турнир Шахт планируешь идти? Ну, меня пока еще никто не приглашал. Ну вот, вообще, вот, надо кастинг пройти. Я с тобой спать не буду. Нет, дело не в этом. Не, я и с твоим этим продюсером спать не буду. Я тоже с тобой спать не собираюсь. Этот, короче, смотри, надо взять будет игрока первой корзины, жесткого какого-то. Я, ты и... Ну, чтобы ты поиграл вот в этом... По набору очков, 25 боев и посмотрели. Ну это просто ты... нужно просто. Подожди, ну хорошо, а если я играю, что ты меня не возьмешь, что ли? Подожди, я ничего. Ну это кастинг, понимаешь, это по решению кастинга. Там все зависит от обстоятельств, Константин. Ну, жесткий игрок из первой корзины это кто? Ликвидатор, станок какой-нибудь? Станок, ликвидатор, Анатолич, Беовульф, Вильф. Давай станка. Станком мы нормально когда-то играли. Нет, станок нет, а вот кого-нибудь я найду. Не переживай. А почему станок нет? Я найду человека, который будет много урона. Не переживай. Давайте. Что, семерку попробуем? Чисто за счет максималки.